Ой, смотрите, облако с ладонь. Скоро дождь пойдет. Это приглашение на праздник Пятидесятницы. Сам Папа Римский посоветовал всем своим церквям, что в этот день будет огромное-огромное излияние Духа Святого. Это случилось в древние века, почти 2000 лет назад, но мы ожидаем этого полного потока божественной любви, его мудрости. Итак, если ожидаем, надо готовиться. А если готовимся, надо прийти. Добро пожаловать! 16 июня. Не пропустите этот день. Почтите Господа. Так написано, чтобы Он не прогневался. Добро пожаловать! Мы бы хотели, чтобы здесь были реальные люди. Да. Обратите внимание. Привет, дорогие друзья! Я к вам вновь с книгами, с альбомами, то, что мы называем наш маленький книжный магазинчик. У нас не так давно была выставка «Лилия Ратнер», и я хочу сказать, что остались альбомы, которые вы можете приобрести. Это очень-очень здорово, если у вас в квартире будут висеть вот такие прекрасные иллюстрации пророков. Любой из этих картинок вы можете повесить в паспорту, и у вас будет смена антуража. Лето наступает, время отпусков. Почему бы нам не поизучать английский язык, читая русско-английский Новый Завет? Прекрасная возможность не проводить время зря, почитать и поизучать и английский, и Новый Завет. А еще будет